Здравствуйте, мои уважаемые друзья. Сегодня я хочу рассказать вам о еще одном лайфхаке. Ну, лайфхак, в принципе, с перевода обозначает как бы полезная идея, но один из переводов. Но то, о чем я хочу рассказать, ну, как бы сейчас не принято относить к полезным идеям, но все-таки, зная отряд рыболовов, я хочу все-таки с этим поделиться. Но чтобы не нарушать законов и принятых в обществе норм, я хочу вас обратить вот на это. А рассказать я хочу об одной удобной вещи, которая поможет рыболовам, подверженным нехорошей, дурной привычке, чему, собственно, и я подвержен. Я говорю о курении. С курением связано несколько неприятных моментов, случающихся во время рыбалок. Ну, переломанная пачка сигарет, сломанные сигареты, намоченные сигареты – это довольно-таки распространенная вещь неприятная. Ну, каждый старается из этого исходить каким-то своим образом. Исходя из своего опыта, наличие твердых пачек, скажем, не устраняет этого недостатка. Пробовал я использовать портсигар. Ну, там другая проблема возникает. Портсигар в одном месте, зажигалка в другом. Найдешь портсигар, потом по всем многочисленным карманам рыболовного обмундирования ищешь зажигалку. Где-то полгода назад я купил себе одну вещь, о которой я сейчас вам хочу рассказать. Ну, и еще раз. Мною была приобретена вот такая вещь. Это портсигар. Какие у него интересные вещи? У него имеется отсек, куда закладываются сигареты. Сюда входит 12 обычных сигарет или пачка вот таких сигарет, которыми я пользуюсь, с наносигареты. Тонкие и короткие. Какие удобства пользования этим портсигаром? Во-первых, он очень твердый и, ну, металлический, естественно. Здесь же вделана зажигалка. То есть, что очень удобно оказалось в этом портсигаре. В этом отсеке, который я сейчас открываю, вставлена зажигалка. Вот здесь изначально была вставлена зажигалка одноразовая. Но, посмотрев ее конструкцию, я очень легко купил такую же зажигалку многоразовую, то есть способную заряжаться. Вот. И она сюда прекрасно подходит. Все. В общем-то, пользоваться можно даже одной рукой, если вторая занята. Выдвинули, взяли губами, закрыли, щелкнули зажигалкой, прикурили, закрыли и убрали в карман. У кого-то может возникнуть вопрос о цене этого лайфхака. Ну, и о месте приобретения. Приобретен он был довольно случайно в обычном магазине, где торгуют такими вещами. Вот, цена его 300 рублей. То есть цена вполне доступная, удобство совершенное. Но все-таки, ребята, курить надо бросать. Но для страховки еще раз. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Какое-нибудь безобразие я еще покажу. До свидания.